Поздравления принимает Шаргия Гусейнова. Сегодня народная артистка Азербайджана и легендарный диктор азербайджанского телевидения отмечает юбилей. Ей исполняется 75 лет. По-настоящему народная. Шаргия Гусейнова вошла в число 5 главных дикторов страны, когда в Азербайджане вещал всего один телеканал. Именно из ее уст, собираясь у голубых экранов, зрители узнавали последние новости. Быть лицом отечественного телевидения, конечно, приятно, но в первую очередь это большая ответственность, говорит юбиляр. Хочу сказать, что требования были наижесточайшие, потому что это была большая школа. И для того, чтобы соответствовать этой школе, нужны были соответствующие знания, соответствующий подход к профессии. А профессия эта совершенно не из легких. Это ответственность очень большая. Это же эфир. Раньше журналисты только готовили передачи обо всем. А вели эти передачи только дикторы. И о спорте, и новостные блоки. И здоровье, журнал, вплоть до того, что детские передачи мы вели. Хочу сказать, что диктор должен был быть разносторонне развитым человеком для того, чтобы вести вот эти передачи. И над этим нужно было работать, конечно. Шаргия ханум – это классическая дикторская школа. И я считаю, что она на все последующее поколение, и на мое в том числе, она очень оказала большое влияние. Мы смотрели на нее, и не только на нее, но поколение именно того времени ведущих дикторов, они назывались. Мы учились, как надо себя вести перед камерой, как надо читать новости, как надо преподносить информацию. Я думаю, что все-таки Шаргия ханум оказала очень большое влияние на последующие поколения ведущих. В советские годы в образе нужно было оставаться не только на экране, но и в обычной жизни. Узнавали на улицах, в магазинах. Несмотря на сложности, как признается сама Шаргия Гусейнова, если ты однажды пришел сюда, то влюбляешься в телевидение навсегда. В 19 лет ее, студентку актерского факультета, выбрали среди сотен претенденток. Как зритель, я жалею, что очень жаль, что она, например, не пошла на сцену и не стала хорошей, талантливой актрисой, потому что в ней был и есть до сих пор вот этот вот талант. Я желаю ей долгих, счастливых лет жизни. Будьте всегда такой молодой, веселый, активный, и будьте всегда генератором хороших и позитивных идей. Я поздравляю вас с днем рождения. К поздравлениям присоединяется и коллектив телеканала CBC. Вот уже на протяжении нескольких лет Шаргия Гусейнова, как старший наставник, помогает ведущим и корреспондентам приблизиться к той высокой планке качества работы ведущего, которая стала ее визитной карточкой. Перефразируя классика, в дикторе все должно быть прекрасно. Безупречный внешний вид и грамотная речь, ну и не забывать о всестороннем развитии, конечно. Это то, что касается профессии. А о главных правилах жизни она однажды сказала в стихах. Не живи уныло, не жалей, что было, не гадай, что будет, береги, что есть.